Привет! Я покажу, как получить впитывающую лаву губку в террарии. Впитывающая лаву губка – это предмет, который функционирует аналогично супер впитывающей губке, но поглощает лаву вместо воды. При использовании на плитку, занятую лавой, она удаляет эту плитку. Впитывающую лаву губку можно использовать неограниченное количество раз. А для того, чтобы получить ее, нужно будет немного постараться, потому что она добывается с помощью рыбалки в лаве. Все, что нам для этого нужно – это две вещи. Или нам нужно иметь завлекатель приманки, который мы можем получить только после того, как перешли в хардмод. Либо второй вариант – это скрафтить лавостойкий сачок. Поэтому давайте этим и займемся. Для этого нам необходимо купить у торговца сачок, а также пойти в ад и накопать адские камни. Их нужно получить не менее 45 штук. Рекомендую перед добычей использовать зелье обсидиановой кожи для того, чтобы не хреть в лаве. Далее добываем 15 обсидиана. Чтобы он появился, просто разлейте воду на лаву. Теперь на адской кузне объединяем обсидиан и адский камень в слиток адского камня. И сразу же делаем на адской кузне лавостойкий сачок. Теперь в аду нужно добыть немного наживки. Мы ее поймали и теперь идем рыбачить. Теперь все, что нам нужно, это надеяться, что мы ее поймаем. И пусть вам всегда везет. Как видите, я уже поймала. И вот так она впитывает лаву, когда я ее использую. Спасибо за просмотр и пока.